Всем привет, с вами AgriCube, и сегодня я вам расскажу, как спаривать коров. Брэ. Для того, чтобы это всю операцию провести, вам пригодится Animal Wellbeing Kit, Spinach, Potion of Fertility и любимую еду ваших коров. Вы можете подойти к корове, нажать на букву F, Inspect, и вы можете посмотреть любимую еду. То есть, вот эта вот корова любит тоже морковь, поэтому я решил выбрать их вдвоем. Затем вам надо покормить их морковкой. И покормить их шпинатом. Если что, шпинат вы можете в них засунуть хоть дофига. Но что нам самое важное надо, это Potion of Fertility. Что нам надо сделать, это нажать F, Feed. И нажать на эту корову, F, Feed. И они начнут спариваться. Они отложили яйцо. И я надеюсь, что оно второго тира. Потому что хотелось бы второго тира, не первого. Давай, отойди, пожалуйста. И это у нас яйцо первого тира. Окей, это не самое лучшее... ситуация, но что вы можете сделать, это взять это яйцо, посадить сюда, вырастет коровка, продать, и все, и это такой простой заработок. Опять же, очень прикольно, что они сделали такую систему, то, что можно так делать, и я думаю, а мы можем еще раз покормить? А нет, мы не можем дать им еще раз зелье. Можем мы их дать спинат? Шпинат нет. И вы можете посмотреть, какая у вас корова лучше всего, чем больше fertility. Если у вас очень большой fertility, то вы можете, не знаю, выбить яйцо третьего тира. Если вдруг у кого-то есть яйцо третьего тира, то это эпик. Я вам скажу. И я думаю, на этом мы закончим видео. Подписывайтесь на канал, заходите в наш Discord сервер. Я там часто общаюсь, часто раздачи проходят. И всем пока.